Интерес парламентариев не случайен. 23 мая перед зданием законодательного собрания пройдет выставка, посвященная агротуризму. На нее съедутся представители сферы туризма, у которых есть что предложить многочисленным гостям Кубани. Охотничья рыболовецкая база отдыха «Кубанский хутор» расположена в селе Джигинка в числе экспонентов будущей выставки. Подготовка к мероприятию уже началась. Создана рабочая группа, куда входят депутаты законодательного собрания края, работники министерств сельского хозяйства, курортов и туризма. Они сейчас осуществляют совместно с муниципальным образованием объезды этих территорий, знакомиться с руководителями, рассказывают, какие основные цели, задачи данной выставки. Мы планируем, что 6 объектов агротуризма будут представлены на этой выставке, но работу продолжаем, проговариваем с объектами, с руководителями данных объектов, чтобы выставиться еще больше. Будущая выставка – своеобразный смотр возможностей и обмен опытом. Руководители успешно развивающихся объектов агротуризма поделятся с новичками этого направления своими наработками. Представители туристического и экскурсионного бизнеса примут участие в круглых столах и узнают о новых туристических маршрутах и объектах агропоказа.